Здравствуйте, вы смотрите информационную программу «События». В студии Светлана Кудрявцева. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Итак, коротко о некоторых из них. Обсудили подготовку школьников к экзаменам. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел общерегиональное собрание педагогов и родителей выпускников этого года. Офлайн и онлайн участие приняли более 55 тысяч человек. В Самаре усилят работу по уборке дворов и расчистке скатных крыш. В преддверии оттепели очистку города от снега обсудили на совещании в профильном департаменте. В России начал действовать запрет на 19 пищевых добавок, что вошло в запрещенный перечень. Подготовка к экзаменам без тревоги и стресса. В Самаре в школе 68 прошло общерегиональное собрание педагогов и родителей выпускников 9 и 11 классов. Во встрече принял участие губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. На собрании также присутствовала глава города Елена Лапушкина. Десятки мам и пап проверили свои знания по предмету истории. Они присоединились к всероссийской акции «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями». Что из этого получилось, расскажет Ксения Баканова. Спустя 20 лет Маргарита Афанасенко вновь оказалась за школьной партой. Сегодня ей предстоит написать пробный ЕГЭ по истории. Тут все как на настоящем экзамене. Бланки с заданиями, видеокамеры и строгий контроль. Но подумать времени немного, всего 30 минут. Женщина уверена, родителям важно примерить на себя роль выпускника, пережить те же чувства и эмоции. Это отличный способ не только освежить знания, но и поддержать своего ребенка. И мы волнуемся, и ребенок волнуется, и нам хочется вот попробовать пройти это, чтобы настроиться на позитивную сдачу успешную. Всероссийская акция «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями» прошла в рамках общерегионального собрания педагогов и родителей выпускников этого года. Модерировал встречу губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. На собрании также присутствовала глава города Елена Лапушкина. Глава региона отметил, что президент России Владимир Путин уделяет повышенное внимание сфере образования. Конечно, мы искренне признательны лидеру страны за такое внимание к Самарской области. Да, мы, конечно, на месте не стоим, мы активно развиваемся, мы стараемся на опережение готовить и идеи, и проекты, и получаем поддержку президента страны в реализации наших планов. По итогам прошлого года Самарская область по каждому предмету ЕГЭ показала результат значительно выше средних показателей по стране. Наметилась определенная тенденция. Среди всех предметов большинство выпускников отдает свое предпочтение естественным наукам и информатике. То наш регион занял первое место среди 89 субъектов Российской Федерации по соответствию региональной системы профессионального образования потребностям региона. Это значит то, что мы обучаем в СУЗах и вузах тех будущих профессионалов, которые обязательно найдут свое место, трудоустроятся в системе экономики региона. По итогам 2023 года Самарская область вошла в пятерку лучших региональных систем образования в стране. Дмитрий Азаров подчеркнул, что это заслуга педагогов, результат их труда, любви и преданности детям. Глава региона принял решение поощрять преподавателей за достижения по итогам года. Премия рассчитана в размере 10 тысяч рублей педагогическим и административным работникам, а также 5 тысяч рублей обслуживающему персоналу. Ксения Баканова, Константин Головин. События. Дмитрий Холин досрочно прекратил полномочия депутата и назначен на должность вице-губернатора, руководителя администрации губернатора Самарской области. Такое решение было принято депутатами на очередном пленарном заседании губернской думы. С 2004 года Холин работал на руководящих должностях в администрации губернатора. С 2018 по 2020 был главой Жигулевска. В сентябре 2022 года Дмитрий Холин отправился на специальную военную операцию. Награжден орденом мужества. Холин поблагодарил губернатора и депутатов Губдумы за оказанное доверие. В преддверии оттепели, расчистка дворовых территорий и скатных кровель от снега и наледи – то, на что следует обратить внимание управляющим компаниям в ближайшие дни. На еженедельном совещании в департаменте городского хозяйства и экологии городской администрации, которое провел замглавы города, руководитель департамента Александр Андреянов, подвели промежуточные итоги этой работы и расставили основные акценты для профильных служб. Подробности в нашем сюжете.
По прогнозам синоптиков, переход от зимы к весне будет отмечен дневными оттепелями, которые в ночные и утренние часы сменяются минусовыми значениями. Во второй половине этой недели возможны осадки. В период неустойчивых погодных условий пешеходам и автовладельцам следует быть особенно внимательными вблизи домов со скатными крышами. А управляющим компаниям поручено заблаговременно уделить внимание очистке кровель от снега и наледи. Территории, которые могут представлять опасность, должны быть огорожены сигнальной лентой и расчищены в первую очередь. Накануне управляющие организации отработали 120 скатных крыш. За текущие сутки 110 таких кровель. В основном работы ведутся по периметру крыш. Однако наращиваются объемы очистки всей площади кровель, чтобы в дальнейшем при потеплении предотвратить сползание снежных пластов от конька к краю крыши. После завершения работ на кровлях обслуживающие организации должны позаботиться и о том, чтобы как можно быстрее снежные массы и лед были убраны с тротуаров и отмосток домов. На сегодняшнем общегородском совещании, которое провел заместитель главы Самары, руководитель департамента городского хозяйства и экологии Александр Андреянов, внимание обслуживающих организаций и предприятий акцентировано также на том, чтобы не снижались темпы расчистки придомовых и дворовых территорий. Администрациями районов, департаментом городского хозяйства и другими профильными службами ведется постоянный контроль за выполнением сезонных работ. На сегодняшний момент есть ряд замечаний, с которыми не справились обслуживающие организации. Данные материалы пойдут уже для привлечения к административной ответственности. Большинство управляющих компаний, это СЖЖСК, собственно говоря, реагируют. За текущий зимний сезон в отношении управляющих организаций административными комиссиями внутригородских районов составлено 300 протоколов о привлечении к административной ответственности за ненадлежащее содержание придомовых территорий, дворов и кровель в зимний период. Кроме того, документация направляется в прокуратуру и ГЖИ для дальнейшего реагирования. И таких материалов за сезон более 400. Это вынужденная мера только к тем компаниям, которые не реагируют. В основном количество дел административных начальных стадий гораздо больше. Но в случае, если управляющая компания принимает меры и своевременно все-таки впоследствии убирает территорию или очищает кровлю, то административный материал уже не составляется, дальше уже обходится дело предупреждения. По результатам обследования территорий инспекторами МП ГАТИ по благоустройству имеются существенные замечания к управляющим компаниям «Полжский берег», СГК, «Фридом». Также много замечаний у профильных ведомств и у жителей Самарского района к управляющей компании «Самара-стройпотенциал». При проверке были выявлены ряд замечаний как раз-таки по компании «Самара-стройпотенциал». При передаче материала для того, чтобы они устранили данные замечания, замечания были не отработаны. Сегодня их пригласили на совещание о том, чтобы выяснить, по каким причинам они не отработали, но, собственно говоря, на приглашение появиться на совещании и дать соответствующие комментарии они не отреагировали. Сегодня на уборку всех территорий Самары направили 3302 уборщика, задействовано 294 единицы техники. Профильные службы напоминают гражданам, что в период таяния снега необходимо быть особенно внимательными, находясь вблизи домов со скатными кровлями, под навесами, козырьками подъездов, где в зимний период скапливается снег, а также по возможности убирать снег с карнизов и балконов своих жилых помещений. Галина Топилина, Григорий Плешаков. События. На проспекте Ленина расчистили трамвайные пути от снега. Для работ задействовали 6 единиц техники, в том числе лаповый погрузчик. За процессом наблюдала наша съемочная группа. Проспект Ленина – важная транспортная артерия Октябрьского района. Здесь всегда оживленный трафик, пролегают автобусные и трамвайные маршруты, а неподалеку расположены станции метрополитена. Летом прошлого года дорогу отремонтировали в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Обновили участок протяженностью 1,8 километров от улицы Полевой до Новосадовой. Для поддержания нормативного состояния дорожного полотна на проспекте Ленина регулярно проводят уборку и вывоз снега. Прошедшей ночью здесь работала 6 единиц техники. Один грейдер, один лаповый погрузчик и 4 самосвала. Лаповый погрузчик зарекомендовал себя как высокоэффективный вид коммунальной техники для работы в зимний период на автомобильных дорогах. Грейдер осуществлял расчистку снега со стороны трамвайных путей. За ним следовал лаповый погрузчик, который загребал снежные массы с проезжей части. После этого снежные валы поднимаются по конвейеру, погружаются в самосвал с последующим вывозом на специальные площадки. За качеством уборки со стороны управляющей компании следит депутатский корпус Октябрьского района. Благодаря слаженной работе администраций, муниципальных предприятий,
Получилось выстроить систему уборки снега и его вывоза за пределы Самары, благодаря которой мы можем насладиться удобной, хорошей дорогой, отремонтированной. В связи с отсутствием снегопадов в последние дни подрядчики проводят работы по расширению проезжих частей, формированию снежных валов с последующим вывозом на специальные площадки и обработке противогололедными материалами. Это видно, это заметно. Сейчас это оперативно делается. Я бывает даже вот смотрю из дома даже ночью, только снег прошел, ночью уже чистит. В ночь на 27 февраля для уборки улиц городского округа Самара задействовали 199 единиц техники. За сутки было вывезено около 5000 тонн снега, а с начала сезона более 380 тысяч тонн. В дневную смену 27 февраля для уборки задействовали 294 машины и более 3000 уборщиков. Андрей Бессонов, Елизавета Прокопенкова, Николай Епифанов. События. Далее коротко о других темах. Участников спецоперации предложили освободить от уплаты процентов по потребительским кредитам. Законопроект внес Минфин, правительство одобрило инициативу. Предполагается, что военнослужащие должны выплачивать только основную часть долга. Оставшееся бремя ляжет в равной степени на финансовые организации и бюджет. Дополнительные расходы из казны на поддержку участников специальной военной операции власти оценили в 5 миллиардов 700 миллионов рублей. В России начал действовать запрет на 19 пищевых добавок. В перечень вошел известный подсластитель «Стевия», свидетельствует решение Совета Евразийской экономической комиссии. Также под запрет попала муравьиная кислота, известная как Е-236. Она разъедает глаза, кожу и дыхательные пути человека. Также исключен краситель, кантоксантин и регулятор кислотности ацетат аммония. Эксперты рекомендуют потребителям как можно тщательнее изучать состав товара. От продуктов, в которых много различных химических добавок, лучше отказаться. По итогам января расходы россиян на покупку новых автомобилей снизились на 32,5% по сравнению с декабрем, до 261,5 миллиарда рублей. Более 30% денег ушло на покупку авто премиум-сегмента, куда входят в том числе китайские машины. Согласно исследованию, за январь было продано около 48,5 тысяч новых легковых машин китайских марок. На их покупку потратили 176 миллиардов рублей. На долю российских моделей в январе пришлось чуть больше 12% трат. Европейских – около 9%, японских – свыше 6%. Далее идут корейские и американские автомобили. Самарская область заняла 37-е место в рейтинге российских регионов по доступности бензина для населения в январе. Эксперты рассчитали объем топлива, который могут приобрести граждане на свои среднемесячные зарплаты. По данным исследования, жители Самарской области со средним доходом могут купить 908 литров 92-го бензина при стоимости литра 48 рублей 56 копеек. Лидерами рейтинга стали Москва, а также Ямало-Ненецкий и Чукотский автономный округ. Зарплаты их жителей хватит на покупку 2000 литров бензина. Меньше всего топлива, около 600-700 литров, на свою зарплату могут купить жители регионов Северо-Кавказского федерального округа. В Самарском регионе расширили список обследований, которые входят в программу профилактического медосмотра и диспансеризации. Теперь обследование можно пройти непосредственно на предприятии или в ближайшей к работе медицинской организации. В этом году планируется охватить профилактическими мероприятиями 70% жителей Самарской области. Это 2 миллиона 200 тысяч человек. В год семьи в программу добавили и углубленное обследование состояния репродуктивного здоровья женщин и мужчин, медицинское сопровождение супружеских пар, диспансеризацию и профилактическую. Медосмотры прошли уже более 186 тысяч жителей Самарской области. Профосмотры проводятся ежегодно, диспансеризация раз в 3 года для людей в возрасте от 18 до 39 лет и ежегодно после 40 лет. В Самарской области снизилась заболеваемость ОРВИ и гриппом. За прошедшую неделю в регионе выявили 14 645 заболевших, рассказали в управлении Роспотребнадзора по региону. По сравнению с данными за предыдущую неделю, замечено общее снижение заболеваемости ОРВИ почти на 13,5%. Однако продолжают циркулировать разные вирусы, включая грипп А, парагрипп, аденовирусы, риновирусы, COVID-19. Следствием перенесенных простудных и инфекционных заболеваний – могут стать осложнения со стороны лор-органов. Чем отличается тонзиллит от фарингита? Когда нужно лечить ангину антибиотиками, а когда противовирусными средствами? Мы спросили у экспертов и готовы вам рассказать.
Заложенность носа, боль в горле и ослабление слуха – повод прийти к врачу-оториноларингологу или, как привыкли говорить в народе, к лору. Зимой и в межсезонье количество пациентов у этих врачей растет. Чаще всего приходят с осложнениями простудных и инфекционных заболеваний. Мы проводим сначала опрос пациента, осмотр, собираем анамнез и проводим необходимые обследования. Стандарт входит в видеоэндоскопический осмотр уха, горла, носа. Также в методы исследования включает в себя компьютерная томограмма, если есть в этом необходимость, и проведение ларингоскопии, то есть осмотр гортани эндоскопом. В первую очередь пагубному влиянию вирусов подвержены верхние дыхательные пути. Острый риносинусит – это воспаление слизистой оболочки полости носа и придаточных пазух носа, которые проявляется в виде заложенности носа, слизистыми выделениями из носа и нарушениями обоняния. Гайморит – это воспаление конкретной уже пазухи, то есть это воспаление верхней челюстной пазухи. Синусит – это такое общее понятие воспаления синуса, пазух носа. Помимо лекарственных препаратов, назначенных врачом, уменьшить отек и воспаление, очистить слизистую от вирусов и бактерий помогает промывание носа специальным раствором. Конечно, в домашних условиях есть приборы, которые могут позволить промыть это, но эффективно, конечно, под контролем врача это промывание в условиях кабинета. У нас есть промывание околоносовых пазух. При таких диагнозах, как острый риносинусит, мы это используем. Эффективность этого лечения, она гораздо лучше. И бывает, что домашние промывания, они приводят к тому, что возникают осложнения со стороны уха. Среди болезней горла в зависимости от очага поражения различают тонзиллит, фарингит, ларингит, тонзиллит – воспаление миндалин, в острой фазе известная как ангина. Ее могут вызывать как вирусы, так и бактерии, и лечение антибиотиками назначается только во втором случае – при стрептококковой ангине. Мы делаем стрептотест, который в течение 15 минут нам дает результат. При положительном стрептотесте мы назначаем курс антибактериальной терапии на 10 дней. В остальных случаях острый тонзиллит вызывает вирусные инфекции и проводится терапия местными противовоспалительными препаратами и обезболивающими. Достаточно орошения глотки антисептиками и рассасывания местных противовоспалительных препаратов. Хронический тонзиллит ставят пациентам, которые жалуются на частое воспаление в горле, на наличие козиозных пробок в небных миндалинах. Есть известный древний постулат о том, что любое заболевание, его лучше предупредить, чем лечить. Поэтому в лечении хронического тонзиллита самая главная профилактика. У нас есть оборудование, это Тонзилор-М, которое является аппаратным промыванием миндалин с использованием ультразвука. Этот ультразвук, он улучшает микроциркуляцию в тканях нёбно-миндальной, улучшает обменные процессы, тем самым способствует повышению местного иммунитета. Известно, что эта методика в два раза улучшает действие от промывания, чем традиционные методы лечения. Промывание миндалин необходимо делать курсами по 5 процедур 2-3 раза в год, но только не в момент болезни. Если воспалилась задняя стенка горла, то это фарингит. Для него характерно ощущение сухости, першения, боли при глотании, сухой кашель. Если воспалительный процесс добрался до гортани и голосовых связок, это уже ларингит. Характерный признак – охриплость, либо вовсе отсутствие голоса. Правильно поставить диагноз и назначить эффективное лечение может только врач. Поэтому специалисты советуют не заниматься самолечением и обращаться к медикам. Однако не стоит забывать о профилактике. В первую очередь это санация хронических очагов инфекции. Это поддержание здорового образа жизни. Это сбалансированное рациональное питание. Это физическая активность. Отказ от вредных привычек. Процесс выздоровления индивидуален и во многом зависит от состояния иммунитета, укреплять которое необходимо в любое время года. Светлана Кудрявцева, Константин Головин. События.
В Госдуме готовят сразу несколько законопроектов, посвященных кормящим мамам. Один из них – введение штрафов за запрет на грудное вскармливание в общественных местах. Однако меры поддержки на этом не заканчиваются. Речь идет о формировании полноценной федеральной программы, в которой внимание уделят и развитию института молочной кухни, банку грудного донорского молока и профстандарту для консультантов по грудному вскармливанию. А пока депутаты готовят инициативу, наш корреспондент Елена Чернявская подготовила репортаж о правильном питание малышей. Ирина Амельченко находится в декретном отпуске. В поликлинику пришла для планового осмотра своего 4-месячного сына. У женщины это второй ребенок, и он также находится на грудном вскармливании. Это очень удобно, это не нужно разводить смесь, ночью особенно. Приложил к груди и все, во-первых. А во-вторых, ну, ребенок спокойнее. Наглядно вижу. То, что и пищеварение лучше у ребенка становится, и он спокойнее, лучше спит. Ну вот то, что передается именно иммунитет от мамы к ребенку. Важность грудного вскармливания для малыша трудно переоценить. Это не только естественный способ питания, но и способ передать ему заботу и любовь, которые влияют на здоровье и развитие ребенка в течение всей его последующей жизни. Психоэмоциональный контакт, который формируется возле груди матери ребенка, он практически незаменим. В дальнейшем эти дети более психоэмоционально устойчивы к стрессовым ситуациям. Мы, педиатры, участковые, очень помогаем этому. Говорим о том, что это, как это важно. Показываем маме, как подготовить грудь к кормлению, какие в будущем добавлять препараты какие-то для лактации, для улучшения лактации. Вот. И это все формирует в будущем и желание мамы, и возможность ее кормить. Другим важным преимуществом грудного вскармливания является тот факт, что ребенка практически нельзя перекормить. Медицинские исследования показывают, что предрасположенность к ожирению в большинстве случаев закладывается в первые годы жизни ребенка и в основном по причине неправильного кормления. В случае использования искусственных смесей для кормления детей риск развития ожирения очень велик. Кроме того, материнское молоко является лучшей профилактикой аллергических болезней. И если эта возможность есть до 2 лет и до 2,5 лет, и мать пусть продолжает кормить этого ребенка, вот, потому что это будет только польза для него в будущем. Ограничение в кормлении, вот что все, 2 года и мы прекращаем, или год мы прекращаем. Чаще всего женщине приходится прекратить грудное вскармливание, потому что ей надо выходить на работу, ей надо заниматься другими детьми. Какие-то семейные обстоятельства складываются так, что просто приходится прекратить это. Но ограничением каком-то возрастных в кормлении ребенка нет. Ирина Акименко считает, что кормить грудью может абсолютное большинство женщин. Но каждой матери необходимо быть замотивированной на грудное вскармливание. Здесь очень важна помощь близких людей, мужа, родителей. Далее вас ждет обзор телеграм-каналов городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они писали сегодня на своих информационных площадках. Продолжается регистрация волонтеров для поддержки общественно значимого проекта Всероссийского онлайн-голосования за объекты благоустройства. Проводится оно в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». До старта 4-го голосования остается немного времени. Основная задача волонтеров – информирование граждан о возможности участия во Всероссийском онлайн-голосовании и о предоставляемых объектах благоустройства. В этом году онлайн-голосование за новые объекты благоустройства охватит более 1500 муниципальных образований по всей стране. Объекты, набравшие наибольшее количество голосов, будут благоустроены в 2025 году. Волонтером может стать любой желающий старше 14 лет. Зарегистрироваться можно на платформе добрых дел добро.рф, сообщает телеграм-канал городской администрации «Вести с Дворянской». Клуб общения поколений «Мудрость и здоровье» Самарского дворца ветеранов приглашает увлекательно и с пользой провести время. Это отличная возможность преодолеть социальную изоляцию для пожилых людей, информирует телеграм-канал Департамента опеки, попечительства и социальной поддержки города. В клубе можно встретиться с единомышленниками, познакомиться с новыми людьми, обменяться опытом и зарядиться энергией. Дворец ветеранов приглашает всех желающих присоединиться к занятиям, которые проходят каждый понедельник и четверг в 10:00. Подробная информация по телефону 261-49-22. В Центре детского творчества «Металлург» прошел районный конкурс театрального искусства «Подмостки». Он направлен на выявление талантливых детей и подростков, а также на помощь в развитии и раскрытии их творческих способностей. Театральные коллективы
коллективы учреждений дополнительного образования, подростковых клубов и школ Кировского района продемонстрировали на сцене свое актерское мастерство, режиссуру, сценическую культуру, эмоциональную выразительность. Победителям и призерам конкурса вручили почетные грамоты, пишет телеграм-канал Кировского района. На этом наш выпуск подошел к концу. Будьте здоровы, всего вам самого доброго, до встречи.